Привет всем, с вами Джексон. Пришла очередная посылка с Китая. Вот такая посылка открывалась на почте. Весит около 200 грамм. Пришла при помощи нидерландской почты. Часто заметил, китайцы в последнее время начали использовать нидерландскую почту. Видимо, поскольку она быстрее и может быть, даже, не знаю, дешевле, что ли. Ну, видимо, им более выгодно или... Наверное, скорее всего, потому что она быстрее, поэтому ее используют. Так, давайте ее вскроем. Тут должен быть оригинальный Xiaomi Powerbank на 10400 мА. Так. И у нас он что-то как-то подозрительно, то что он идет у нас вот в такой коробочке. Дело в том, что недавно мне приходил оригинальный Powerbank, то есть вот он, да, ой, не оригинальный, а китайский Powerbank, он шел вот в такую вот пластиковую, ну, не коробочка вроде похожа на оригинальную, а оригинальный Powerbank нам пришел в какой-то не очень коробочке, в отличие от неоригинального. Так, давайте вскроем, что у нас тут есть. Кстати, смотрел фотографию на сайте, почему-то там у них коробочки-то были. Вот, сразу же видно, что это совсем другой Powerbank, то есть вот наш неоригинальный, вот, я как сразу сказал, что он почему-то очень сильно блестит. Вот оригинальный, блин, он холодненький такой, приятненький, он совсем как будто другой. Так, оригинальный, что у нас там в комплекте? В комплекте идет такая же инструкция, вот, то есть даже вот коробочка от того, да, вот эта инструкция, они, видимо, просто, что им париться... Вот на инструкции просто у нас это все дело скопировали. Так, USB-шник. Так, тут у нас еще в коробочке USB-шник. Мне, честно, чуть не понравилось, почему тут не вложено... не используется такая же коробочка. Хотя, кстати, почему-то тоже была нарисована... Ну, не нарисована, а в отзывах смотрел. В отзывах была такая коробка. Не знаю, у них есть разные виды поставки. Ну, ладно, в принципе, не критично. Тут у нас идет такой USB. Он куда приятнее, чем вот этот китайский. Китайский какой-то такой, ну, не знаю, какой-то пластиковый, вообще неприятный. А это такой прям мягенький, резиновый. Вообще сразу же видно, что это совсем другое качество, достаточно хороший USB-шник. Ну, в принципе, самое главное, что он функцию выполнял. Так, это у нас китайский, сразу вижу серебристый, это у нас оригинальный. На оригинальном тут идет гравировка. Гравировка у нас сравнить, ну, получше на оригинальном. Но оригинальный сам по себе, вот этот матовый цвет, он мне больше нравится. И даже, наверное, знаете, чем он мне нравится. Сейчас давайте покажу. Так. Поскольку он почти идеально подходит к моему iPad. То есть, смотрите, если по цвету брать, то это почти один и тот же цвет. А вот этот с iPad вообще никаким образом не сочетается. В общем-то, вот такая вот дело. Вот реально похож очень сильно по цвету с iPad. Возможно, даже материалы похожи. Так, в общем-то, давайте откроем тут. Тут у нас... Ой, что-то я нажал уже, что ли? Он заряжен только наполовину. Тут сразу же видно, что качество всего этого дела лучше. Давайте попробуем зарядить мой iPad. Если в прошлый раз у этого Powerbank неудобно в USB все вставляло, сейчас у нас тут тоже как-то... Блин, я не знаю, что это. Может быть, у меня с USB, что ли? Потому что я не знаю, почему-то он что в один, что в другой как-то туго вставляется. Ну, я не знаю, что такое-то косяк. Да не, USB отлично, это оригинальный Apple-овский USB, что с ним может быть такое? Вот, все, вставил. Как-то они туго, что в этот, очень туго USB входят. Это не подозрительные. Так, зарядка у нас идет. В общем-то, такой Powerbank будем мы сравнивать. Ну, пока что можно только вот по внешним сразу же отличиям, что у нас, видите, вот тут вот качество оригинального будет получше выполнить. То есть, видите, какие тут ровные края, как все красивенько, а тут у нас какие-то такие неровные края, обработка не столь качественная, цвет совсем другой, я не знаю, с чем-то связано, какой-то, видимо, другой даже, может быть, материал, но обработан он точно по-другому, потому что, видите, цвет абсолютно разный. Снизу, как я и говорил, надпись тут намного мутнее, и она со временем просто стирается. А, в общем-то, так скажем, ну, кроме, не учитывая света, в принципе, хорошо так подделали, но все равно сразу же видно, что это не оригинал, хотя человек, который никогда его не видел, так скажем, даже я вообще с этим, ну, дело с этим Powerbank'ами до этого не имел, я бы, наверное, не отличил. И мне также почему-то не понравилось, почему у китайского Powerbank'а получается такая вот классненькая прозрачная коробочка, которая мне понравилась, а у... Получается, оригинального Powerbank'а какая-то картонка. Ну, блин, не делай это. Причем на сайте было нарисовано, на фотографиях было показано, что у оригинального будет тоже такая коробочка, которая мне нравится. А там почему-то не было. В принципе, это не критично, да, но я лично эту коробочку рассчитывал, что буду использовать как кейс для него. То есть, я не буду его все время... вот в таком вот виде носить, я буду просто его ложить в этот кейс вместе сразу с USB-шником и носить с собой. Это было бы достаточно удобно, а
кейс к нему не пришел. В общем-то, вот такие два пауэрбанка, будем делать тест, будем делать, ну, проверять их реальный объем. Я думаю, что у китайского где-то 4000, у оригинального, конечно, заявленные 10400 будет. В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки и, в общем-то, пока.